используйте свою собственную технику, чтобы привести себя в расслабленное состояние сознания. Выразите свое намерение использовать эту медитацию как инструмент для ускорения процесса вознесения Земли и ее обитателей. Визуализируйте столб сияющего белого света, выходящий из космического центрального Солнца, который затем распространяется среди центральных Солнц всех галактик в этой Вселенной. Затем визуализируйте столб этого света, проходящий через центральное галактическое Солнце. Затем через звездные врата Плеяд Альциону. Затем через звездные врата Сириуса. Затем входящий в нашу Солнечную систему и проходящий через все существа света внутри нашей Солнечной системы, а затем через всех существ на планете Земля и также через ваше тело в центр Земли. Визуализируйте еще один столб сияющего белого света, выходящий из центра Земли. Затем проходящий через ваше тело вверх, в небо, ко всем существам света в нашей Солнечной системе и нашей галактике. Проходящий через звездные врата Сириуса, затем через звездные врата Плеяд Альциону, а затем соединяющийся с центральным галактическим Солнцем и всеми центральными Солнцами всех галактик в этой Вселенной и, наконец, соединяющийся с центральным космическим Солнцем. Вы сейчас находитесь на пересечении двух столбов света. Свет, текущий вверх, и свет, текущий вниз, одновременно.
Держите эти столбы света активными в течение нескольких минут. Визуализируйте белый огонь Ан, очищающий все оставшиеся плазменные таблет-бомбы на поверхности и вокруг Земли. Затем визуализируйте белый огонь Ан, очищающий все первичные аномалии вокруг поверхности планеты. Визуализируйте фиолетовое пламя,
очищающее всех людей на поверхности Земли, освобождая их от всякого программирования, контроля и подавления. Визуализируйте, как все негативное поведение и ментальное программирование темными силами удаляется из человечества, а все импланты, которые были внедрены в популяцию на поверхности, полностью растворяются. Визуализируйте, как все физические группы сестричества Розы, воинов и работников света вокруг планеты работают вместе в гармонии с целью освобождения планеты. Визуализируйте приход события, восстанавливающие единство, гармонию, мир и процветание для Земли и ее обитателей. Визуализируйте, как золотой век проявляется на Земле, и каждый восстанавливает связь со своим высшим Я и своими духовными наставниками.